Как ни странно, я не мечтала быть никем. Я просто как передвигала ноги вперед по своей дороге. Она, наверное, была уже вытоптана. Папа определил какое-то мое понимание того, что я должна заниматься музыкой, и вытащил меня на сцену. Это такая его была нереализованная мечта. А что касается, повлияла ли на мою жизнь какая-то встреча, в жизни каждого человека есть какие-то такие знаковые встречи. Вопрос увидеть их, почувствовать и реализовать. Но по большому счету я фаталист только в том смысле, что ты летишь на самолете, он падает, и ты уже ничего не можешь сделать, чего бояться. Вот садясь в самолет, уже нечего бояться. Либо ты долетишь, либо нет. А что касается строительства своей судьбы, своей жизни, я считаю, что человек сам выбирает свой путь и сам все делает. Поэтому глупо надеяться на то, что в твоей жизни произойдет какая-то встреча или какой-то случай, или еще что-либо, что как бы определит твою судьбу окончательно. Даже если в твоей жизни что-то произошло, ты не смог это сделать, да, не смог реализовать, не смог воспользоваться. Если ты будешь уперто идти вперед по этой же дороге, мечтать об этом же, значит, Господь, Он милостив, Он даст тебе еще один шанс. А ты его постарайся еще раз увидеть и уже не упустить.